Друзья, всем привет! На канале Али Пазл. Сегодня у нас очередная распаковочка. Сегодня мы распакуем посылочки, по возможности протестируем. Ну а перед началом подписочка, кто не подписан. Это помогает продвижению канала. Лайк и поехали! Okay, let's go. Так, друзья, такая посылочка. Ага, тут еще три посылки. Четыре посылки. Так. Это походу посылка моей жены. Ага, да. Это у нее товары для маникюров. Она занимается маникюром. Это такая фреза. Всего видно. Такая вот фреза для кутикул. Она металлическая, с напылением. Ссылочки на все товары будут под видео. Так, дальше, чтобы не порезать. Ага, дальше идут наклеечки на ногти, вот такие всякие наклейки разнообразные. Такое вот оно все. Ну, она занимается этим. Честно, я в этом вообще ничего не понимаю. Ну, так, это было. Не было. Это уже было, да. Так, это, по-моему, тоже похоже на фрезу. Да, это еще одна фреза. Только это другая. Тоже. Вон, если вам видно, на самом кончике там. Фокусом. О, видите, там на самом кончике тоже металлическая. Четвертая. Это так называемые типсы. Типсы для наращивания ногтей. Тут эти всякие гелевые там. Такие жестковатые. Вот они разные. Я так понимаю, тут длина можно укорачивать, я так понимаю. Вот там есть насечки. На ней, я так понимаю, что можно укорачивать разную длину делать. А, вон она. Они одна на одной. Их там много. А, да-да-да, видите, они вынимаются. Походу их три штучки. Ну, по жесткости они мягковатые. Вот она мне показала. Для сравнения, вот еще такие, эти пожестче. Это мягкие, очень мягкие. Тут, не знаю, сколько их штук. Ну, тут три в каждой, и тут их, грубо говоря, раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну около 10 штук, и в каждой по три, наверное, порядка 30 штук. Это кто занимается наращиванием ногтей. Вот такая вот штука. Поехали дальше. Здесь
тоже. Не одна посылка, две. Что-то совсем маленькое. Ага, друзья, заказал себе такую лапка для ремонта куртки. Вот на куртке там у меня дырочка есть. Это такая латочка, она заявленная как термолапка. То есть ее вот. Ага. То есть ее, грубо говоря, приложил. Вот она. То есть вот ее. Просто прикладывается. А симпатично сделано. Знаете, что она... Она вживую даже прикольнее смотрится, чем так на фотке. Прикладываешь утюгом ее. Проводишь. У меня на рукаве там маленькая дырочка. Ну, я... Мы вместе с вами это... Этот... процесс сделаем. Они есть чуть больше, чуть меньше, есть с синим основанием, с черным. Вот взял такую. Ну, попробуем. Интересно, как оно будет работать и как будет держаться. Я когда-то брал лапки такие из джинсовой ткани, так я скажу, шикарно, шикарно держится. И отходил долго, и оно и не оторвалось. Так, друзья, вот приклеили мы эту латочку. Здесь была у меня дырочка маленькая. Я хотел снять сам процесс, но так как это было первый раз, я не знал, как оно получится и получится ли я. Я как бы промучился, я не снимал. Ну, я вам в двух словах расскажу, как я это сделал. Утюгом дал, утюг раскалили полностью. И потом положили эту латочку, тряпочку, ну не самую тонкую. Положили как полотенце такое. Как сказать, вот это вафельное полотенечко. И так как мы никогда этого не делали, мы ложили там сперва на там, 5 секунд, 10 секунд. Оно сперва не прилипало. То есть, ну, весь... Процесс у нас занял около минуты, где-то по 10 секунд, вот так вот, 10-15 секунд, потом подымали, потом опять, и вот так вот в течение минуты, вот он, все приклеилось, все отлично, ничего не испортило, все смотрится шикарно, все приклеено, так что вот такая вот вещь. Что у нас дальше? А, это взял ремешок на часы, на свои блэки. Были тоже в категории за монетки. Была очень сладкая цена. Я их взял. Я вот такие ремешки с таким крепежом. Это тканевые. Уже пользуюсь. Шикарный ремешок. С быстросъемным механизмом. На 22 с быстросъемным, вот на такой липучке, шикарный браслетик. Я таким, у меня такой на часах, отлично работает, удобный, летом не потеет, на руке он абсолютно не мешает, не давит. Такой цвет оригинальный сейчас, хаки, все такое вот. Так, друзья, следующая посылочка. Ух ты! Ага, в двух упаковках. Там ничего, точно? Точно. В двух упаковках. Ну,
принципе, я догадываюсь, что это. Это штангенциркуль. Я заказал. Штангенциркуль. Вот такой вот. С электронным таблом. Ага. Ну, честно скажу, в руках он чувствуется как-то по такому попростенькому, по дешманскому ощущается. Он полностью пластиковый. Потому что зрение немножко уже не то. И с таким иногда бывает неудобно. А тут, в принципе, табло. Ну, оно, батареечка есть или нет? Давайте посмотрим. Нет батарейки. Нужно будет взять батарейку, но батарейки у меня сейчас нету. Будет батареечка, мы проверим. Проверим его. Так, друзья. Ставила бы я батареечку в штангель. Здесь, как вы видите, три кнопочки. Это включение, это сброс. Это меняет единицы измерения. Одну секунду. Прошу прощения, был звоночек мне. Отвлекся. Так, продолжим. На чем мы остановились? Да, три кнопочки. Включение-выключение, сброс и единицы измерения. То есть вот мы нажали, оно включилось. Вот мы меняем единицы измерения. Вот наши миллиметры. Давайте что-нибудь попробуем померять и сравнить. Давайте нашу испытуемую деревяшечку померяем нашим родным штангелем. Так, здесь показывают чуть-чуть больше там, чем 4. Чуть-чуть больше. Там 4 с копейками. А так оно показывает 2. Тоже там 2, что-то там вообще там еле-еле. Чуть-чуть, капельку больше. Так, давайте так и начнем. 2. Вам видно? 2. 2 там и 0,1 он. 2. И теперь здесь меряем. Ну да, он, видите, 4,006. 4 сантиметра, там 6. То есть, в принципе, ну давайте сейчас мы еще что-то попробуем, к примеру. Давайте диаметр померяем этого маркера. Вот оно примерно 16,6, 16,7, что-то такое. Вот посмотрите, друзья. 16,6, 16,7. Примерно, я так думаю, где-то на глаз. А давайте померяем теперь. Видно вам? Так что, в принципе, неплохо. Очень неплохо. Вот так вот. Опустили. По нулям. И выключили. И все. Как бы недорогая вещь. В принципе, меряет очень неплохо. Очень неплохо. Пойдет. Давайте дальше. Так, друзья, следующее. Здесь тоже не одна посылка, две. Да, один такой ключик универсальный, сразу на несколько размеров. Я не смотрел. Упаковок куча на несколько размеров. Вон. Если вам видно будет сейчас.
Что-то с фокусом. Какие тут размеры? Металл. Это совсем на маленькие. Я так понимаю, где-то на размера до 13. Ну, я так понимаю. Но попробуем. Попробуем, как оно. Давайте пока. Так, друзья, попользовался я немножко этим ключиком. В двух словах расскажу. Так, друзья, срывать что-то сильно затянутое и затягивать сильно, это не про него. То есть это у вас не получится. Что-то не сильно затянутое можно открутить, можно подтянуть. Ну, а сильно затянуть не получится, он проскакивает. Ну, а так вещь, чтобы была дома под рукой, там где-то, в принципе, годная. И еще что, за счет своей этой формы, где-то в труднодоступных местах, где мало пространства, не будет уже неудобно. Уже, допустим, уже не подлезешь, будет там хвост менять, если, допустим, 18-й надо будет, а тут мало пространства, то есть уже не получится. Ну, а так, чтобы дома под рукой был, в принципе, он заменяет несколько ключей. Пойдет. Ну, так вот. Пока посмотрим. Вот эту вот линеечку. Очень удобная вещь я взял. Как бы она заявлена, это при работе, при разметке дерева. Вот такая тут деление. Вот один по 5 миллиметров. 1, 6, 11, 16 добавляются. Вот здесь от 5, 5, 10, 15. Разметка. Ну вот, надо, допустим, вам деревяху расчертить, кстати, к примеру, чтобы не мерить там точки соединять. Приложили, допустим, взяли ручку, вот сколько там надо, как раз это получается как единица, ну, сколько надо разметочку, и провели. Вот, пожалуйста. Да, вот это удобная вещь тут, в принципе, какую хочешь. Хочешь здесь, они с небольшим шагом идут, очень удобно. Точку поставил где нужно, поставил сюда карандаш, ручку и провел линию. Она металлическая, сделана довольно-таки качественно. Ну, покажу. Разметочка вон. Я думал, она будет немножко побольше. Ну, в принципе, за эти деньги нормально. Я думаю, в хозяйстве пригодится. Так, друзья. И тут вот такая вот вещь. Я уже ее открыл, так просто глянул ее. Посмотрел этот приборчик. Приборчик. Не, это, знаете, это что я взял себе, ну, закос под оригинал, хотя написано качество хорошее. Но брал я по своему номеру. Это автомобильная тема. Вот, чтобы вам было видно. Автомобильная тема. Вот номер 39182B 30. Это датчик коленвала. Модель Kia, Hyundai. Вы знаете, я уже не первый раз беру всякие запчасти, всякую электрику для корейцев. Знаете, в принципе, проблем не было. Брал у них под рулевую улитку, кто знает. Уже 3 года у меня стоит, я катаюсь великолепно. Брал свечи, работают. Брал пробку для радиатора, тоже работает. И вот решил взять. Я недавно поменял. Меня пошабашило. Я вам скажу, неприятное, как бы, ощущение, когда оно шабашит. Глохнешь посреди перекрестка. Неприятно. Думаю, возьму, пускай будет про запас. Я тем более брал ее в
категории за монеты цена была очень приятная. И вы знаете, по качеству очень сделано, очень качественно. Очень хорошо сделано. Вот посмотрите, как в принципе. Разъем хороший. Ну, такая вещь. То есть ссылочки будут все под видео. Друзья, если... О! У нас тревога. Ну, друзья, так как у нас тревога... Друзья, если было вам полезно, поддержите лайком, подписочкой, кто не подписан. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И всем мирного неба. До новых встреч. Пока-пока.